Жизнь в сочинском водоканале, как отмечают сами сотрудники, бьет ключом. За эти годы на предприятии многое произошло и многое изменилось. 80 лет – повод подвести итоги. К 2014 году в водоканале начался новый этап развития. В том числе и благодаря Олимпиаде здесь полностью изменилась материально-техническая база. В первую очередь город получил уникальные очистные сооружения, новые магистральные линии и разводящие сети. Много сделано за эти годы. Много пережито. Много построено. Но многое еще не сделано. Мы об этом знаем. Мы будем стремиться к тому, чтобы наш труд был более незаметен для наших жителей, для наших гостей. Главное достояние предприятия, отмечает руководство водоканала, это кадры. В честь 80-летнего юбилея отличившихся сотрудников, а также ветеранов предприятия отметили почетными грамотами, премиями и памятными подарками. Такое чувство, как будто я к этой работе шел всю жизнь свою сознательную. Нужен я здесь. И весь водоканал, он нужен людям. Один был уровень производства, один был уровень развития. Сейчас этот уровень значительно вырос. Работать стало, может быть, труднее, но интереснее. Благодарственное письмо руководству сочинского водоканала, одного из главных предприятий во всем городском хозяйстве, вручили от имени главы города Сочи. Действительно, очень приятно, когда утром получаем информацию о состоянии за текущие сутки, что говорится в отчете. Нет ни одного вызова аварийной бригады водоканала. Это показывает о качестве вашей работы, о вашем отношении. Каждому из вас, присутствующим в этом зале, работника водоканала, успехов, счастья, здоровья. Спасибо огромное за ваш труд. Трудиться на благо города, не покладая рук. Водоканал работал с этим девизом все 80 лет. Также планирует и в будущем. Инвестиции предприятия планируют направлять на модернизацию сетей. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.